Ребят, привет! Это Красава Наталья, она Такара Пилатес-студия, и сегодня четверг, и у нас Пилатес по четвергам. Я рада вас приветствовать здесь, спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете отзывы, спасибо, что ставите лайки. Это очень важно, тем более в такой период. И у нас сегодня очень сильный ветер. Я знаю, что многие остались дома, и тем более у нас продлили карантин, да, чрезвычайное положение в Токио, Каназава. И те, кто ходит дома в пижаме, вот это упражнение для пижамных людей. Что делать дома, чтобы так как бы и не... не заставлять себя работать, и, Инночка, здравствуйте, ну и чтобы поработать, да, например, когда мы долго сидим, у нас начинаются какие-то болевые ощущения в спинке, а когда мы прорабатываем спинку, у нас полностью успокаивается нервная система, потому что наши позвонки вытягиваются, и кровь проходит очень плавно и хорошо, и мы себя прекрасно чувствуем. Итак, сегодня я хочу поделиться упражнением, называется это упражнение, которое мне, оказывается, преподавала бабушка в детстве. Это было очень удивительно, когда я пришла в студию по пилатесу и увидела, что там преподают упражнения моей бабушки. Я так удивилась, и с другой стороны я поняла, что я на правильном месте нахожусь. И вот сегодня такое немножко уютное, такое домашнее видео, хочется такого уюта, тепла и любви всеобъемлющей, и что бы ни случилось, потому что сейчас такая ситуация, да, происходит очень много чего в нашей жизни, очень быстро, одновременно, и что бы ни случилось в вашей жизни, продолжаем двигаться. Итак, сегодня Rolling Like a Ball, это упражнение так называется по-английски, а моя бабушка его называла «Быть вечно молодым», потому что спинка действительно, она дает, разработка спинки дает такой эффект, который омолаживает нас также. Окей, прежде чем это сделать, немножко потянитесь, давайте потянемся немножко, такое упражнение хочется сделать. Как бы на полу немножко растягивается. Я приготовила мячик, он нам немножко поможет. И вот я думаю, что вы меня видите на полу. Немножко видео. Окей, и я буду показывать вот здесь. И я немножко отодвинусь. Наверное, так будет лучше. И когда мы лежим на полу, попробуйте достать одну ножку к себе, притянуть, растянуть ее. Вторую можно вытянуть. И просто дышать. Дышим, делаем глубокий вдох и выдох. И еще немножко делаем глубокий вдох и выдох. И последний раз делаем глубокий вдох и выдох. И поменяем ножки. И еще раз делаем глубокий вдох и выдох. Еще немножко и выдох. Это дает нам немножко растяжение. И выдох. Последний раз глубокий вдох и выдох. Попробуем две ножки вместе. И выдох. Просто подышим. Можно прошататься вправо-влево. Почувствовать правую, левую часть тела своего. И дышать. Выдох. Еще немножко глубокий вдох. И выдох. И последний раз делаем глубокий вдох. И выдох. После этого упражнения, после этой маленькой растяжки такой, это такое вечное валяние, да, дома. И вот это вот оно помогает тоже немножко приходить в баланс. И подобрать ручки под коленками. И начинать двигаться вперед-назад чуть-чуть. Мягкими движениями. Главное, чтобы спинка была ровная, чтобы поясничка была не ровная, а вот такая вот кругленькая, да? Она, чтобы относительно пола, да, ровная была. Чтобы она лежала на полу и прокатывалась на полу. Но в животике у нас такое вот овальное состояние. И мы идем вверх, вперед, назад. И еще немножко вперед, назад. Смотрите, пожалуйста, за плечами, чтобы плечи были опущены. А мы катаемся, и постарайтесь задействовать мышцы живота, вот именно. И еще назад, здорово, еще вперед, вот так. И дышим при этом назад, еще раз вперед, и назад, здорово. И уложитесь на пол, почувствуйте, как вы уже разогрелись немножко, уже немножко, и дыхание стало другое, и тело стало другое. И мы поможем себе еще мячиком, да? Мячик укладываем, или подушечку, можете взять подушечку и укладывать его в животик, чтобы он нам помог быть немножко действительно круглым, да, и захватывать ножки тоже под коленочкой, это проще всего, можно делать это с семьей, с детьми, она немножко приведет вас в баланс и в энергию, главное, и мы идем вперед,
да, как бы мячик к себе подтягиваем. Кто хочет немножко побольше, ножки можно обнять вот здесь. И идти назад, вдох, и вперед, выдох. И еще, пожалуйста, вдох, и вперед, выдох. И еще немножко вдох, и вперед, выдох. Последний раз вдох, и вперед, выдох. Окей. Это упражнение, которое поможет вам немножко сосредоточиться на своем теле, поднять энергию, тонус, омолодиться и быть счастливым, я думаю, потому что наша спинка, когда она разработана, она делает нас счастливым, потому что нервный головной мозг успокаивается, насыщается вкусной, очищенной кислородом кровью, и мы чувствуем себя намного лучше и прекраснее. Я надеюсь, это вам немножко помогло и немножко освежило ваш день сегодняшний. Сегодня 4 февраля, четверг, и это был четверг Пилатес по четвергам. И до следующего четверга пишите свои отзывы, пишите, как вам это понравилось, как у вас отозвалось в этом теле. И можно это движение преподавать своим родителям, детям и заниматься этим вместе. Качание, полезное качание дома во время карантина. Удачи, хорошего дня, пока-пока!